Сначала мы в Чимале. Тут все растаяло. У нас полметра снега, а тут уже все растаяло. Это шок. Тут лето. Жара просто. Тут ручей! Блять, тут лед! Тут лед, осторожно! Я ж говорю, тут лед! Защита пошла! Все, согнул! Выломал! Защита. Пиздец, у меня ручка отломалась! Тут лед, блять, под травой! Лед, да! У меня ручка сцепления отломалась! Серьезно? Ой, тормоза! По два пальца как раз. А, это удобно. Земля мерзла еще. Сейчас вот за березой, вот за этой, за дальней, и вон туда пробовать. И назад делай, ебать, наклоняйся и старайся, чтобы не пробуксовывало, понял? Натяг. Видишь что? Капец. Вообще земля очень мерзлая. Под ней лед. Просто вот лед. Я не видел тебя, я думал, ты сюда поехал. Я видел! Я вертикальную гору поехал, он вру! Че, его? Я, блядь, бегал, вы вздохнул, я думаю, хера, чуть-чуть не доехал, упал. Да куда? Это куда я там? Вот это вообще круто! Ты телом работай, раб! Телом балансируй! Ой, куда я балансирую еще? Да ладно!
на задних. Ё-моё! Капец, тут красиво! Пиздец, в шоке. Они такие прям 3D-шные какие-то, прям пощупать. А мы через него сможем? Да? Данил, на ноги встань! Нормально. Ноги поставь! Ноги поставь на подножки. Ну вот так встань и с сцеплением играйся. На скорости скатывайся. Парковался. Чё? Экраник перекрыл, там парковался. А? И бенз кончился на подъеме, прикинь. Uh-huh.